Саша, глупенько, друзья. Они все слушают. Бам-бам-бам-бануло. Ты, разве так можно? Ты ж смотри. Взял этой вонючей ногой, блядь. Убил женщину. Что-то вот сегодня пожилая женщина одна живет. Надо, Олег, приехать. Я сажусь, приезжаю, захожу в хату, говорю, да, вот смотрю, вас нету. Да ладно! Извините за мат, но в эту игру невозможно ни играть и ни нервничать, блядь. Сука, меня она реально выбешивает, эта игра, блядь. Идёшь, потом хуякс, блядь, за 2 секунды убили. Заново начинай, заново убивай всех, блядь. Ну этот сука, блядь. Не знаю, более. Олег, скажу тебе, как мужчина мужчине отстань от моей Марии. Да, у нас сейчас непростой период, но мы помиримся, и я продолжу заправлять ей своей густой, горячей, вкусной спермой. Понял? А? Хорошо, понял, отстану. Это самое. Спасибо тебе за донатик. Не переживай, отстал уже давным-давно. Привет всем. Да, Олежка меня нахуй вертит. А я думал, что мы больше с ним, чем просто блогер-модератор-зритель. Души в нем не чаял. Видите, как он про меня ответил? Ебу, что тут есть скажешь? Интересно. Забей на хервере, подвесь юмор. Когда ты максимально на взводе, я уже не могу ни к чему относиться, понимаешь, Сибирком? Спасибо. Ну, мужику, у него ноль отгорал, тоже ему сделал, потом он на улице меня встречает, руку пожал, спасибо, говорит, большое. Вот, кто не помнит условия и как это все было, то напоминаю. За эту игру я получил 12,5 тысяч. Если я ее прохожу до конца, я получаю еще 12,5 тысяч. А мне хочется получить 12,5 тысяч, потому что 12,5 тысяч на дороге не валяются. Для меня это огромные деньги все-таки, как-никак. Я с 12,5 тысяч, блядь, работаю полмесяца на работе. Мне бы хотелось их получить. Но еще я ни хрена их не получу, потому что я не смогу пройти эту игру. Конечно, попробую ее пройти. Вот очередной босс. Может и нет. Да, хрен-то я его убью. И нихуя уже в этом интернете не понимаю. Олежа, ты дрочишь, а не играешь. Если ты не хочешь проходить игру, верни при всех в чате 12 тысяч, да натирай все. Слава. А нервы мне кто вернет? За 15 часов, блядь, нервов в этой игре. Может, кто-то вернет мне их или нет? Или я просто так потратил 15 часов, блядь, игры в эту игру? Делая, ради делать нечего. Да, ради денег готов нервы тратить. Точно так же, как на работе свое здоровье ради денег. Так же, как на заводе свое здоровье тратил ради денег. Вот так же сейчас нервы трачу ради денег.
Добрый вечер, Олег. Давай поговорим про черный цвет на плазменных телевизорах Pioneer. Я бы с радостью поговорил про черный цвет, если бы не играл в эту игру. Хватит, этот стрим завершается, больше Демон Соуса на этом канале не будет, все. Это заебало уж. Когда там будут стримы, я тоже не знаю. В пятницу, если восстановлюсь, сделаю стрим. На этом всем спасибо. Всем до свидания. Я нахрен лишь уже. Игрой, блядь. Больше никогда в жизни, блядь, не прикоснусь нахуй к этой игре. Вот так вот. Фу. Хватит с меня нахрен, блядь, этой игры. Так, иди нахер. Эй, а чё так, блин, до хрена это?